Зеленский по факту декриминализировал мошенничество, совершенное ранее в особо крупных размерах. То есть речь идет о миллионных ущербах, в том числе государственному бюджету. Они изменили статью 190, но сделали это хитро. То есть они взяли часть 4 статьи 190, которая предусматривала уголовную ответственность именно за мошенничество в особо крупных размерах. Они ее переименовали в часть 5, а соответственно часть 3 стала частью 4. Теперь все лица, которые были ранее обвинены по 4 статье 190, они не могут нести ответственность по 5, то есть непосредственно за то, что они совершили, а будут нести ответственность гораздо менее серьезную. То есть, если раньше их могли наказать лишением свободы от 8 до 12 лет, это было особо тяжким преступлением, теперь им будут назначать наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. То есть он может получить, этот мошенник, который украл или похитил или обманул государство на миллионы и миллиарды гривен, не понести никакой ответственности. Ему могут назначить 3 года лишения свободы, применить статью 75, отсрочку исполнения приговора. То есть он может получить условно и все. Как вы думаете, правильно это или нет?